Новый пример экстрима по-китайски. Герой ролика Бейсджампер, который выбрал для своего любимого развлечения бизнес-квартал в одном из городов провинции Гуандун. Прыгнул с крыши 41-этажного здания. Издалека его вполне можно было принять за самоубийцу, так что мобильный репортер наверняка выдохнул с облегчением, когда парень все-таки раскрыл желтый парашют и благополучно спланировал вниз. Позже выяснилось, что это опытный спортсмен с десятком подобных прыжков на счету.